Всем привет! Мы с вами по-прежнему в Лазурской, как ни странно. И сейчас я иду на пляж Фламинго, точнее уже практически пришел. Обратил внимание, что даже на таком пляже уже появилась кафешка маленькая такая. Сорить в угол собак — штраф 1000 рублей, разводить костры тоже нельзя. Появилась лестница там внизу. А народ наш ничего не боится, купается. Ну, в принципе, что бояться, это погодка нормальная, море-то классное. Ну, чуть-чуть немножечко бетон есть. Ну и что поделать-то? Ну, есть и есть. Вот такой вот пляж Фламинго нынче. Сейчас мы с вами спустимся пониже, поближе к воде. Это я так вам в общих чертах издалека показал. Хотя, если вы смотрите ролики, то знаете. Вот очередной патруль идет, контролирует состояние железной дороги. Народ купается. В этой части нет ни катамаранов, ничего. Все тихо, спокойно, ну, в плане спокойного. Нет никакого шума, гамма на пляже и рева двигателей. Хотя это тоже нужно, если честно, это нужно. Это аттракцион, это эмоции. Вот такой вот пляж. Вид сверху. А мы, конечно же, спустимся обязательно сейчас с вами пониже. Если это возможно здесь, во всяком случае. Вроде как тут была лесенка, вот я вот помню. Да, можно спуститься. Спускаемся. Трем. Вот тут вот сделали добрые люди ступенечки, и можно прогуляться. Купаться запрещено, надпись. Ну, мы в какой стране-то? Тут, где была еще недавно кафешка. Вот такая вот ситуация. Сейчас найду место, где можно спуститься поближе к воде, и подойдем. Зафиксируем, как говорится. Тропа. Козья тропа. Я что, козел тут хожу? Козья тропа. Тоже ляпнул же, а? Так, тут спуска нету. Ну, где-то дальше должен быть. Ну, так вот народ из дальней части пляжа. Вот. Минуя этот туалет. Всем привет. Унитаз на месте, все. Даже мыло есть в мыльнице. Все на месте. Где-то вот так вот здесь ходить. И ходить. Вот тут вот спускается, и там идут поднимать вот эти ступенечки, то, что я вам говорил. Ну, мы пойдем к морю. Они там где-то раньше спустились. Сейчас я еще разденусь, это уже жарко мне уже самому, если честно. Итак, дорога к морю. Эх! Народ купается, как видите. Водичка так ничего. Правда, какая-то пена непонятная. Пугает меня. Вот народ располагается прямо здесь. Там он подальше, видите, была. Я не знаю, какое-то заведение. Забыл, как называется. Ну, бог. Нет, что-то мне в такую воду прям не хочется залазить, если честно. Пойдем чуть-чуть подальше. Ну, пацанам классно. Хотя хочешь не хочешь, а зайти в воду-то придется. Но это будет потом в дневном обзоре. А пока состояние пляжа Фламинго вам и так понятно. Всем доброго дня.
Всем пока. До новых встреч в эфире. Будем снимать дневной обзорчик. Вот такой вот фламинго. Вот так вот народ здесь отдыхает. Всем пока.